Мартин характер и упорство принесли свои плоды на первенстве Европы в Болгарии. Туда она поехала в составе молодежной сборной страны. Было несколько соперниц, я провела два боя. Первый бой с ирландкой, которая закончила досрочно в третьем раунде, а финальный бой у меня был с украинкой. Там я выиграла по баллам. У российской сборной 4 золота, 1 сочинское. Тренируется Шамонова с 10 лет. Сейчас Насте 17. Цель одна – доказать всем и прежде всего самой себе, что девушки не такой уж слабый пол. В зале тренировки практически каждый день, часто сборы на выезде. Себя девчонка с Мацесты совсем не жалеет. Нужен результат. Впереди очень важные бои международного уровня. Недоработки, конечно, над этими работаем. Потому что впереди, чем дальше, тем сильнее турниры. Сейчас у нас вот осенью будет чемпионат мира, в Индии будет. А потом у нас самая главная цель – это молодежные Олимпийские игры. Это в 2018 году будет в Аргентине. Наша вся задача вот, – готовиться, тренироваться. Настя уже 4 раза побеждала на первенстве мира, столько же призов брала на первенстве России. Это очень хорошо о том, что наша молодежь с нашего олимпийской столицы выходит на такой большой высокий уровень. И мы надеемся, что это будут будущие олимпийские чемпионы. Это очень хорошо и для города, и для молодежи. Это огромный, прекрасный показатель. Все международные выезды проводятся при поддержке городской администрации. И Настя пообещала всегда возвращаться с победой, потому что не в ее характере отступать. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.